Выставка World Food 2022 собрала настоящих профессионалов и лидеров рынка. С одним из них прямо сейчас познакомимся. Это Илья Калиткин, представитель компании «Ривера». Илья, здравствуйте. Добрый день, Вадим. Расскажите, пожалуйста, о своей компании, чем вы занимаетесь? Компания «Ривера», которую я представляю, занимается органическими продуктами. Собственно, она занимается только органическими продуктами и никогда, кроме органических продуктов, не занималась. Сначала, в 2005 году, в далеком уже теперь, мы начинали с импорта органики из Европы. Вот. Но в 2008 году начали производство собственных продуктов питания. Мы выращиваем органическое сырье для своих продуктов на собственных полях в Республике Мордовия. И с 2009 года по сегодняшний день мы неизменно год от года подтверждаем органический статус как нашего предприятия, так наших полей, так и нашей продукции. С тех пор линейка компании по готовым продуктам, так и по сырью, которое мы выпускаем, многократно выросла и очень сильно расширилась. И мы гордимся как собственной торговой маркой «Ривера», под которой мы выпускаем свою продукцию, перерабатывая ее у себя же, так и то, что мы являемся единственными поставщиками сырья для такой знаменитой органической водки из Мордовии, как «Чистые росы». Здорово. А скажите, собственное производство, собственные поля как-то помогают вам в работе? Есть ли какая-то сравнительная статистика по сравнению с прошлым годом? Тяжелее стало или легче наоборот? Конечно, в сельхозпроизводстве большую роль играет погода. Вот. Но погода – это только один из факторов. Очень хорошо, что профессионализм наших сельхозпроизводителей растет, нашей компании «Биосфера», которая находится в Мордовии. И в этом году был самый удачный год за весь период нашей деятельности. Нам удалось собрать больше 6 тысяч тонн совокупно органического сырья разных видов. И это больше, чем в полтора раза больше, чем наш предыдущий рекорд 2020 года. Да, я вот хотел спросить еще о награде. У нас на столе присутствует награда. Давайте поговорим о ней. Что сегодня вы получили, какой награды удостоились? Да, так как «Ривера» является одной из старейших торговых марок органических в России, то мы, в общем, уже давно известны органическим потребителям и нашим коллегам. И вот сегодня мы получили на этой выставке такой органический «Оскар». Мы были признаны самой узнаваемой торговой маркой органической в России, чем, конечно, очень гордимся. Два года назад мы получили такую награду здесь же по опросу ритейла. Сегодня мы получили такую награду по опросу через интернет-голосование и голосованием профессионального жюри. Илья, скажите, пожалуйста, а планируете ли вы расширять свою марку продукции? Конечно, мы непрерывно над этим работаем, и в этом году мы сделали очень большой шаг вперед. Вот здесь есть, здесь, значит, представлено льняное масло нашего собственного производства. Это первое в России льняное органическое масло. Собственно, в линейке наших продуктов довольно много продуктов, которые являются первыми. Конечно, не во всех сегментах, но «Ривера» очень много продуктов органических первое выпустила на отечественный рынок. Причем мы сертифицируемся не только по российским стандартам, но также по европейскому стандарту с тех давних пор. И также имеем органический сертификат американского образца. Мы также в этом году начали выпуск органического сыра из собственного молока, потому что у нас также есть и животноводство. Вот. И в этом году мы заложили в Подмосковье ягодники. То есть у нас будет органическая клубника, у нас будет органическая малина и другие ягоды. Кроме этого, мы вот буквально на днях начинаем поставку в сети московские органических овощей под своей торговой маркой. Правда, это не собственного производства, но мы также помогаем производителям органических продуктов доводить, что называется, до продажи и в других сегментах. Вот, в частности, это овощи, это картофель, морковь, свекла, чеснок, лук. И также мы продаем сейчас арбузы органические из Саратовской области. И также планируем продавать тыкву в ближайшее время.
Илья, у вас очень большой спектр у компании. А скажите о целях сегодняшнего мероприятия. Они были получены или еще в процессе? Конечно. Так как все мы достаточно заняты и видимся не так часто, я имею в виду с коллегами, то в первую очередь это, конечно, целью была встреча с коллегами, обмен мнениями, обмен опытом. Ну и, конечно, считаем награду таким урожаем за ту работу, которую вот уже более 15 лет мы проводим в области органических продуктов. Спасибо большое, Илья. Желаем вашему продукту и таким наградам пополняться все больше и больше. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо.